Состоялась неочередная сессия городского совета. Сегодня она проходила в Аинде районе, в исполкоме Аинде района. Началась она в 6 утра. Сразу предвидя ваш вопрос, скажу, что мы назначили ее на 6 утра для того, чтобы успеть закончить сессию до начала работы исполнительного комитета Аинде района. Что было рассмотрено сегодня на сессии? Важнейшее было рассмотрено это три вопроса. По сути, это новая программа, которая предусматривает из муниципального бюджета надбавки для работников социальной сферы. Это бюджетников, врачей, учителей из социальной сферы и госслужащих. Это порядка 620 гривен сверх надбавок, установленных зарплаты, установленных государством. Плюс было проголосовано важнейшее для нашей фракции решение. Это сохранение города Днепропетровску, имя города Днепропетровска, изменив этимологию этого названия в честь реки Днепро и святого апостола Петра. Также мы проголосовали сегодня кандидатуру секретаря городского совета и избрали Краснова Загида Геннадьевича. Скажите, пожалуйста, деньги на надбавки откуда? Из нашего городского бюджета. Это будет муниципально. Это будет, нет, это начиная с 2016 года. Это будут наши местные муниципальные надбавки. И это охватит порядка 45 тысяч людей, днепропетровчан, которые работают в бюджетной сфере. Сколько всего депутатов было на сессии? Было 35 депутатов, представители громадской силы, оппозиционного блока, самопомощи и блока Петра Порошенко. Сколько проголосовало за Краснова, за секретаря? 33. Вопросы?